Получаем ланчбоксик. Так, и давайте по сюжеточке пройдемся, я так понимаю. Чего стесняться-то? Идем тем же составом. А, я вам обещал показать, как апгрейдятся вещи. Вот, заходим. Вот одежка. Вот у нас на танке полный комплект танка. Какие-то мушкетерские комплекты, я не знаю. Вот давайте ему звезду догоним. До максимума. На данный момент для нас. И еще чуть-чуть трошки. Как-то вот так. Вон, видите, 2100 теперь стало. И ботинки ему улучшим. Ну так вот. О, где у него мега ботинки, мега броня. Ну и в общем у всех вот такая вот штука. То есть вот разные вещи. По-разному собираются, в разные комплекты. Тут комплект вампира какого-то. Тут плащи, зубы, когти. И туфли старые и итальянские. Вот это комплект из новых каких-то алох. Шлемы всякие такие смешные. В общем, вот такая вот развлекуха. Так, поехали по сюжеточке. Мы здесь. Похоже, очень опасное место. Нужно ли здесь собирать номера? Если быть точным, я хочу собрать некоторые ваши данные. Ну, зачем тебе наши данные? Что-то я не понял. И? Типа, поясни для чего. Я, наверное, забыл упомянуть об этом. Институт хочет собрать жителей убежища данные о жителях убежища в одну редакцию для на случай ситуации. А, типа данные жителя хочет собрать. Вдруг что случится? Келах, вы урод! Тут немножко более грубое слово, ну. Да, это Келах. Типа, да, я такой. Пан Крысюк? Так, це я. Типа, собираем про вас секретные данные. Ах вы козел. Да, я такой. Ну а чтоб институт бы не собирал бы данные, но это было бы странно по меньшей мере, мне так кажется. Ожидать что-нибудь, то есть иного от института. Звон, звон. Просто ругаться действительно опасно. Типа не ругайся с нами или что такое, я не понял. Эй, когда я сказал, что могу остановить... Смогу остановиться и отдохнуть. Количество. Достаточно ли данных? Я говорю об экспериментальных обязательствах. Ситуация только сейчас непредельно экстремальная. Ты действительно страдаешь от всего этого? Что это страдает? Как? Вас эротические сны мучают? Ну почему же мучают? Что вы думаете? Окей.
что мы думаем. Ничего мы не думаем. Идем дальше. А там видно будет. Что мы думаем. Небольшое здание. Так, кому рейдж вколем? Давай дамагишь. А, у нас два келлога. Наш келлог и дополнительный келлог. Ну, давайте на тресками. Два келлога-то сейчас будут своих этих засланцев засылать в два раза больше. Бонусный келлог такой себе. Еще один. Давай. Один послал, второй послал. Сбивайте с ног его. О. Все кончено. Все кончено. Я этого не говорил. Боже мой, крайности института. Какова концепция? Так, сейфик с мелкоскопами. Ключик. Ой, блин, успела второй раз дзенькнуть. Ну и ладно. Ну, здесь надо было петушитель применить, чтобы заражения не было. О, мегабосс. Что такое-то он не мега. Этот босс. Как это? Какой-то вы маньяк несексуальный. Так и тут. Вот ему натрескивал. Классный у нас танк. Но мне вот тоже в комментах советовали рыжую попробовать. У нее классный скилл. Она, во-первых, бьет врага и лечится. А в-третьих, она сбивает своим скиллом, ну, супер прием врага, если он применяет. Вот у нашего мутанта такого нету. У него запрыг за спину и самохил, и все. Он не сбивает вражеский прием. Так. Итак, что случилось? Кажется, что нас всех спросили, и никто не получает эти экспериментальные данные. Да хорошо или плохо? Я же не понял. Что? Тогда мы усердно боролись с таким количеством свирепых боевиков, и ничего... Это значит, что мы собирали какие-то данные, и они никому не пригодились, или не передались, или что. Вы знаете, что значит быть бессмысленным? Все это не имеет смысла. Или все это... Все имеет смысл. Какой-то он философию уже завел. Для института мусор это лаборатория. Все это эксперимент. Может быть, я тоже часть этого эксперимента. Этого их эксперимента. Сам уже не знает. Я не ожидал, что ты нигилист, Келлах. Хорошо ж хоть не волюнтарист. Забудь об этом. В любом случае вы выполнили свое обещание. Данные идентификационных сигналов F. Воспользуйтесь этими данными, мои маленькие друзья. Вы не мышь?
А, типа не лабораторный этот эксперимент. Я никогда не говорил, что это не так. Ничего не понял. Ну, видимо, оно так и задумано. Ну, или кто хочет, потом попробует все это свести в кучу. Так, нам дали данные. Институтовцы. Я так понимаю, для продолжения наших поисков. Главной сюжетной линии. Отлично, теперь аксессуары на месте. Я связался с Непалом. Кто позволил ему пройти? Просто ник здесь. Эй, вы наконец собрали вещи. Вы почти позволяете мое старое синтетическое сердце начинать беспокоиться. Видя, что у тебя все еще есть чувство юмора, я действительно чувствую радость. Но мы все еще говорим, что правильно. Вот что нам нужно. Те аксессуары, которые нужны. Тяжелая работа, да, мне нужно время, чтобы соответствовать этим частицам, превращены в полезные трекеры. Когда я закончу, я пойду и найду тебя. А, типа, время обработать данные, чтобы координаты вычислить конкретные. Когда он закончит, он нам сообщит. Тогда мы будем ждать ваших хороших новостей. Надеюсь, вы не дадите мне слишком долго ждать. Ну, окей. Замечательно. О, бонусов наполучали. О, и золотой ланчик. О, было ожидаемо. О, бонусы какие-то нам валятся, сыпятся. Сыпятся, валятся. Типа уже открытые задания, что ли, я не могу понять. Так, о, задание за минитменов у нас появилось. А это... это тоже какое-то задание. Ну, это все будет уже в следующий раз. На сегодня у нас все. Сейчас открываем только ланчик. И будем на сегодня закругляться, ребята. Так, 10 наших ланчей. О, кстати, что тут у нас появилось? Перчатки. Модные, стильные, молодежные. Так, все 10 открываем сразу. И... на инопланетянчика зачем-то насыпалось. Аж целых 2. Обыдно. Пропадают в никуда. Продать их нельзя, они вон висят на персонажах. Неприкаянные. Никого в них смысла нет. Вот такие у нас персонажи. Как-то так. Но здесь остались только золотые. Причем стабильно мы можем добывать, относительно стабильно, карточки только на старину Дэнса. Все остальные по стоку, по скоку. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых серий, ребята, до новых встреч. Берегите себя. Всем добра. Пока-пока.